Мир вам. Меня зовут Махир, мне 30 лет. Я врач-хирург-онколог, отец двоих прекрасных детей. И я расскажу вам историю о том, как я впервые прочитал свой первый намаз. Однажды, находясь в гостях у моего друга, я увидел, как он читает молитву намаз. В то время я не практиковал ислам, но меня это очень заинтересовало. Он буквально уединялся со своим Господом. Весь мир занят разными делами, а он просто остановил время и начал свой диалог с Господом. По завершению намаза он подошел ко мне с улыбкой на лице. И я попросил научить меня тоже читать намаз. Он дал мне листочек и ручку и начал диктовать на арабском языке. Записав весь текст, я пообещал все выучить и тоже начать читать намаз. Это были летние каникулы на третьем курсе мединститута, и скажу вам честно, с тех пор я ни разу не открыл этот листочек и не прочитал ни единого слова. Прошел месяц. Я как-то проснулся рано утром, пошел на кухню и в одиночестве, услышав свой внутренний голос, достал этот листочек и начал читать. Я выучил первые 6 строчек. Это была сура Аль-Фатиха. По окончании летних каникул, вновь оказавшись в квартире у моего друга, он у меня спросил, на каком я этапе заучивания. Я сказал, что выучил только суру Аль-Фатиха, но это примерно около 30% всего текста. И тут он мне предложил вместе с ним совершить ритуальное омовение. Он мне показывал, и я повторял за ним. Потом он мне предложил вместе прочитать намаз. Окей, мы встали вместе, Аллаху Акбар, и начали читать намаз. Сначала он произносил, потом я. Итак, мы прочитали весь намаз. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. По завершению намаза он пожал мне руку, обнял и сказал, я тебя поздравляю, ты совершил свой первый намаз. Я был настолько приятно удивлен, меня всего переполняло положительными эмоциями. Вернувшись к родителям, я начал читать намаз, не зная всего текста, но уже с листочком в руках. Мои, мягко говоря, были удивлены и немного обеспокоились. Они сомневались в серьезности моих намерений и сказали, что пару дней почитаю и перестану просыпаться на утренний намаз. А в то время это было примерно 3-4 часа утра. Но так как с детства я всегда все делаю наоборот, и это стало дополнительной мотивацией для меня, я еще больше и усерднее начал учить текст намаза и улучшать свои навыки произношения арабского. И при каждой встрече со своим другом я просил его послушать, как я произношу на арабском, и просил его меня исправлять. И теперь, спустя 12 лет, в нашей семье я, мой брат, мои сестры и мои родители, по милости Всевышнего, все читают намаз. И это огромное счастье. Это огромное счастье. И я благодарен Всевышнему за то, что он открыл для меня ислам через этого человека. И увидев красоту ислама на примере моего друга, я впервые совершил с ним свой первый намаз. Дорогие слушатели, если у вас есть намерение начать читать намаз, или вы по каким-либо причинам откладываете чтение намаза, мол, время еще не пришло, или работа не позволяет, или учеба мешает, и так далее и тому подобное. Поверьте, начав читать намаз,
вы не только выходите на прямую связь со своим Господом, вы еще и упорядочиваете свой день. В намазе огромная польза. Я надеюсь, моя история послужит для вас неким толчком в прочтении своего первого намаза. Спасибо.